Walking War Robots. Это многопользовательский экшен, где игроку предстоит взять на себя управление гигантским шагающим роботом. Для начала игры достаточно выбрать одного из доступных роботов, а игра сама подберет соперника и сформирует две команды по 6 человек. Задачи на 10-минутный поединок просты – захватить все контрольные точки или уничтожить противников. Для управления роботом предусмотрены две кнопки. Первая отвечает за перемещение, а вторая – за ведение огня. Вокруг последней расположились кнопки переключения орудий. Всего в Walking War Robots 7 видов боевых машин и 9 видов оружия. Кроме того, за накопленное золото и серебро можно улучшать роботов, их броню и оружие. Игра может похвастаться качественной детализированной графикой и отличными моделями роботов, которые в бою могут лишаться орудий. Walking War Robots обладает одним единственным режимом игры – мультиплеером, и он реализован на отлично, баланс соблюден. Если вы давно искали симулятор боевых роботов, то обратите пристальное внимание на данную игру, а подробнее о ней можно узнать в текстовом обзоре на сайте iphones.ru.